забором найдена коробочка, тщательно перемотанная скотчем. Сделаны дырочки для того, кто там, чтобы не задохнулся. А там серенький котенок, месяца 4. Как выяснилось позже, он не ходит. У него что-то с задними лапками, но переломов нет. Назвали его Сильвер. Ему уже 4,5 месяца. Прошло 2 недели. И вот он уже ходит. Немножко плохо лапки сплетаются. Взялся, боже мой. Стой, ты вообще крохотулечка. Боже мой. Детеныш, ты откуда тут взялся, трясется весь. Боже мой. Детеныш, уйди. Фу.
Блин, что с ним делать-то? Вообще не понимаю, что происходит и что мне делать с ним. Смотри, как он крутит, блин. Что это? Мисочки, мисочки там в большом тазике, маленькие мисочки. Оттуда принеси пару маленьких мисочек. Помыть их надо сразу. А вот так живут наши приютские кошки. Перед зимой полностью продезинфицировали все помещение и в очередной раз поменяли подстилки. Огромное спасибо всем, кто шьет для приюта такие замечательные красивые подстилки. От них веет домашним уютом, теплом ваших рук и сердец. Так они, интересно, за мной наблюдают. Да, наблюдатели? Тепло очень у них, обогреватель работает, тепло прям.